Первый случай смерти от вируса гриппа в Алтайском крае. В краевом Минздраве не уточняют пол и возраст пациента, но факт подтвердили. Как протекало заболевание и находился ли больной под медицинским наблюдением, неизвестно. Но согласно результатам анализов, полученных в вирусологической лаборатории, смерть наступила именно от гриппа. Несмотря на то, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в крае пошла на спад, карантин все еще не снят. Сейчас в регионе зарегистрировано 26 тысяч случаев заражения. Это все еще превышает эпидемический порог. По-прежнему закрыто 9 школ и 22 детских сада. Особенность вирусных инфекций этой зимы – большое количество тяжелых осложнений, в том числе пневмонии.